В лондонском зоопарке Новый год, как всегда, начинается достаточно напряженно. Сотрудники начинают обязательную процедуру пересчета всех обитателей, а их здесь немало. Мы делаем это, чтобы понять, насколько успешно прожили предыдущий год, чтобы посмотреть, сколько у нас появилось новорожденных, и чтобы хорошо за всеми присматривать. Первые на очереди – непоседы-пингвины. Чтобы их подсчитать, приходится заманивать любимой едой. Но даже в этом случае усмотреть за всеми очень непросто. Непонятно, как смотрителю это удалось, но в итоге он сообщил, что в вольере находится 49 пингвинов Гумбольдта и один хохлатый. Информацию заносят в общую базу данных, к которой имеют доступ все зоопарки мира. Таким образом, они могут обмениваться животными для разведения. Другие зоопарки тоже делятся этой информацией. Это важно, чтобы понимать, где разводят тот или другой вид. То есть, если в будущем мы захотим скрестить каких-то животных, мы будем знать, где их найти. Горилла по кличке Кумбука в этом году новичок. Самца считают первый раз, поскольку прибыл он сюда только 8 месяцев назад. Смотрители надеются, что благодаря ему в его вольере, помимо трех других самок, скоро появятся и детеныши. Перепись прошлого года показала, что в лондонском зоопарке проживали 19 178 постояльцев 800 видов. Каковы результаты этой, пока неизвестно.